Доктор? Доктор? Красный мигающий огонь означает что-то плохое. Быстрее беги отсюда, или ни в коем случае не открывай эту дверь. Плохое решение. Неужели мы пойдем на такой риск? Эта штука чистый яд, нужно выбросить ее обратно в космос. Бери инструменты. Эй, младший брат, мне не указ. Не пытайся сложить слова в предложение. Занимайся тем, что тебе по силам. Скажи-ка, с каких это пор андроиду нужен спецкостюм и респиратор? Кожа у него такая же, как у нас. Чтоб не портилась. Без страха, без ненависти, без боли. Добыча всей жизни? Уверен, что представлю ее вам. Ну, вперед! Не понимаю, я думал, она лежит на боку. Тардис особенная, у нее своя гравитация. Я бы объяснил, будь у меня доска и мел. Она больше. Только внутри. Да, я часто это слышу. Ух ты! Здорово! Хорошо сказано, ух ты и здорово! Можно дышать. Так, ладно. Последнее, что я помню, ты была здесь. Ну, давай же, Клара, поговори со мной. Насколько большая эта крошка? Представь себе самый большой корабль, который ты видел. Представил? Да. Хорошо, а теперь забудь, потому что этот корабль бесконечен. Чтобы найти здесь девочку, идет несколько часов. Ней, плюс здесь все токсично, и она может умереть, пока мы до нее доберемся. Так что слушайте задание, нам надо найти ее за один час. Нам? Вы мне поможете. Мы так не договаривались. А теперь договорились. И ради чего мы станем помогать? Потому что я только что активировал систему самоуничтожения Тардис. До взрыва корабля у нас один час. Не пытайтесь бежать, я заблокировал выход. Открою дверь, когда найдем Клару. Ты чокнутый! Мой корабль, мои правила! Этот корабль убьет нас к чертям собачьим. Она и так погибнет, если мы ей не поможем. Не заходите в корабль с безумцем, разве вас этому не учили? Что ж, добавим немного убедительности. Убавим срок на 30 минут. Теперь она умрет быстрее. Под давлением обстоятельств мы все действуем лучше. Никто не хочет снизить срок до 15 минут. Что? Вы тратите собственное время. Добыча всей жизни. Вы имели в виду корабль, а я Клару.